При съезде с транспортной развязки на М10 в сторону Твери изменилась схема движения. Об этом сообщили в госавтоинспекции. Теперь для автомобилистов, которые двигаются с транспортной развязки в направлении деревни Пасынково, а затем Твери, выделена полоса для движения. Водителям больше не нужно вклиниваться в транспортный поток, который движется со стороны Эмауса в сторону Пасынково. Кроме того, автомобилисты, которые едут из Твери в сторону М10, стоит обратить внимание на соблюдение требований дорожной разметки и знаков во время движения по деревне Пасынково и приближения к транспортной развязке.